Сегодня мы всегда были против политики, начиная от приличия. Но сегодня мы здесь, как вы все пришли, как обычные граждане. Это видит не политиков, не общественных организаций, а всех нас. Спасибо, что вы здесь. Мы всегда на самом деле хотели и требовали, и добиваемся того, чтобы к людям на дороге относились с уважением, с достоинством, чтобы все были равны перед законом. То, что произошло, это наглое унижение человеческого достоинства, когда людям просто плюнули в душу. И я очень рад, что я живу рядом с вами. Я очень рад, что вас так много. Вас так много замечательных людей, которые в эту погоду, в эту субботу собрались здесь. Я вас всех очень люблю. Спасибо вам, что вы такие хорошие и неравнодушные. Ребята, такими как вы, мы будем жить в нормальной стране. Я в этом более чем уверен. Спасибо вам, что вы есть, что вы вместо того,